В Заурале в пожаре погибли 3 ребенка. Жилой дом в селе Утяцкое Притобольного района сгорел сегодня. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области, сообщение на пульт службы спасения о пожаре по адресу улица Береговая, 19, поступило в 11:45. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте пожара были обнаружены тела 3 погибших девочек – 5, 3 и 2 лет. По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка.